В столице прошла торжественная церемония вручения сертификатов выпускника Международной оперной академии «Астана-Опера». За 2 года учебы молодые солисты достигли высокого уровня вокального мастерства, исполнили главные партии в оперных постановках театра, стали лауреатами республиканских и международных конкурсов. Ключевая цель Академии – подготовка вокалистов мирового уровня и укрепление имиджа казахстанского исполнительского искусства. Примечательно, что некоторым выпускникам Академии уже поступают предложения о работе в зарубежных театрах. Программа Академии авторская, принадлежит театру «Астана-Опера». Программа составлялась, изучая опыт других международных оперных академий. Это был и каждодневный вокал с педагогами-репетиторами, которые ведущие солисты театра. Это были и международные коучи. Каждый месяц-два приезжали международные коучи. За 2 года нас посетило около 10-11 международных вокалистов с именем. Плюс к этому наши солисты изучили 3 языка: немецкий, итальянский, французский. Это такой был очень мощный интенсив языковой.